Всем добрый вечер. Я, знаете, вот сейчас вот зашла в ТикТок и обратила внимание, что очень часто люди в комментариях под чьими-то видео там пишут, а вот косой, больной, там ненормальный, горбатый, там, ну вот, то есть стараются унизить человека из-за того, что он отличается от других. Я не понимаю, почему, ведь это же люди, обычные люди, у которых есть чувства, есть эмоции. Неужели за счет этого нужно самоутверждаться таким образом, делая акцент на каких-то внешних качествах, да, допустим? Ну, может, я что-то не понимаю, объясните, пожалуйста, почему так бывает?